Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас распаковка посылочки с сайта Рандеву. Много интересного, все вместе будем с вами тестировать. Итак, поехали. Как всегда, все отлично упаковано, даже заклеена пупырочка. Открываем. Здесь вот сбоку у нас накладная и подарочки. Как всегда, Рандеву девчонки кладет подарочки. Кто не знает, ни разу не заказывал на этом сайте, это интернет-магазин, и там есть практически все. Уход. Вот эта маска, кстати, обалденная. Я так рада, что мне ее прислали в прошлый раз, она тоже была. Это пузырьковая масочка, вообще после нее кожа невероятно. Вот прям надо поискать полноразмерку. Так, и еще один подарочек. Шампунь. Еще не пробовала, тоже в прошлый раз присылали, но еще не пробовала. Еще на Рандеву есть накопительная система скидочек. Это баллы за отзыв. То есть не накопительные, а баллы за отзыв. Вы пишете отзывы на товары, реальные, честные, правдивые, вам за это начисляют баллы. 1 балл, 1 рубль вы списываете потом в следующем заказе. И как всегда, естественно, оставляю вам промокод на скидку 10%. Хорошая скидка. Сама им пользуюсь. Можно взять все прям гораздо дешевле, чем в других магазинах. Девчонки, я взяла краску, которую рекомендовала мне мой парикмахер. Это Эстель Принцесс, правильно, по-моему, вот так читается. Будем вместе с вами краситься. Она сказала мне, мой парикмахер, что вот эта краска, у нее очень стойкие пигменты, практически невымываемые. Говорит, вот прям стойкие, яркие, и нужно даже, говорит, брать немножко посветлее, потому что на выходе пигмент яркий, стойкий и достаточно насыщенный, темный. Я взяла фокус, что ты с нами делаешь? 866, этот цвет называется, девчонки, я забыла, как он называется. Где у нас название цвета? Фокус. Эй, алло. Это у нас светло-русый, фиолетовый, интенсивный. 866, вот такая. Так, потом дальше. Вот такая вот интересная. Она мне именно говорила про те в синих упаковках. Я решила и такую взять. Русский цвет. Это крем-краска для волос. Девчонки, 8-18. Это у нас что? Светло-русый, пепельно-жемчужный. Тоже очень красивый цвет. Не знаю, наверное, будем опять миксовать. Что ты думаешь? И взяла себе, девчонки, такой же Принцесс Оксидент. Девятку. Девяточку. На девятке хочу. Вот такой вот огромный. У меня есть полторашка, шестерка. Нет, шестерка, по-моему, нет. Полторашка и тройка. Может быть, будем как шестерку делать, разбавлять. Вот так вот запакован он. В общем, мне прям нахвалила парикмахер эту краску по стойкости. Будем пробовать. Второй раз взяла тени жидкие матовые Vivienne Sabo, потому что первые очень понравились. Сейчас просвочим. У меня, по-моему, 4-й оттенок, я забыла, девчонки, был. В общем, я вам показывала, он у меня часто на веках. Это 5-й оттенок, достаточно нейтральный. Я их использую как жидкую матовую помаду, девчонки. Вообще не сушит губы. Вообще не сушит. Это вот эта вот линейка Artiste, наверное. Правильно, 24/7. Они безумно стойкие, я их наношу на века и распределяю кисточкой. Они безумно, девчонки, стойкие, вообще с ними ничего не случается. Прям очень нравится, даже больше, чем люкс визаж. Вот такой вот оттеночек на руке, но рука у меня загорела. Посмотрим, как на веках будет смотреться. Абсолютно такой нейтральный, но он немножко, вы знаете, вот сейчас подойду под естественное освещение, вот так уходит в лиловое, вот чуть-чуть, слегка прям. Посмотрим, посмотрим. Так, дальше взяла краску для бровей. Вот что-то мне прям захотелось покрасить, девчонки, брови. Когда у меня не было татуажа, немножко татуаж подснулся, и хочется добавить именно коричневого на брови, потому что у меня, по-моему, графит татуаж. Он немножко подснулся, хочется подкрасить. Я когда раньше, до татуажа, пользовалась именно вот этой вот краской. Она мне очень нравится безумно. Она действительно эффект татуажа. Она действительно очень долго не смывается и хорошо прокрашивает именно кожу. Я хочу, ну, с захватом кожи не просто волоски покрасить, а кожу. То есть вот прям классная. Попробуем, покажу, как получится. Это студио, студио профессионал. Так, дальше, девчонки, что у нас тут? Аравия. У Аравии появилась декоративная косметика. Я долго-долго смотрела, выбирала. У них есть жидкий румяна-тинт. И есть вот такой вот тинт-блеск для губ. Очень интересный. Мультиприменение, лаковый блеск, глубокий цвет, стойкость. Сейчас распакую, все покажу. У нас здесь вообще с вами по Аравии. Мне очень захотелось попробовать вот этот их шампунь. Это спрей, нет. Шампунь я тоже взяла, по-моему, из этой серии. Или не взяла, смотрела на него. Спрей для объема, для тонких и склонных жирности волос. Кто пробовал, обязательно отпишитесь. Создает прикорневой объем, увеличивает густоту и плотность волоса. Вот такая вот интересная штука. Посмотрим.
Очень надеюсь, что работает. Кстати, у Аравии у них раньше были артикулы. Да, вот артикул B018. Так, дальше. Это освежающий гель для интимной гигиены. Никогда. Это Аравия Лабораторис. У них есть серия Аравия Профессионал, есть Аравия Лабораторис. Никогда не пробовала интимки у Аравии. Тоже сейчас откроем, все посмотрим. Кому интересно, сейчас информацию тоже покажу. Состав. Вот состав. Цена нормальная. Так, дальше. Маска. Вот такая подтягивающая с коллагеном. Это уже Аравия Профессионал. Да. С коллагеном, подтягивающей с гиалуронкой. Большой объем. Вообще мне маски их нравятся. Не оставляют ощущения липкости. Может использоваться в качестве несмываемого ухода перед сном. О, как! Коллаген, гиалуронка, аргинин. Я не знаю, что такое трихолуза. Экстракт центелла азиатский. В общем, состав очень классненький по описаниям. Вот показываю вам состав. Сейчас откроем, тоже посмотрим. Так, дальше поехали. Ой, что это у меня тут уже забыла. А, это лампа. Лампу для ногтей себе еще одну заказала. Вот такую маленькую, очень прикольную. У меня есть одна лампа. Сейчас откроем. Это LED-лампа. Смотрите, вот как она выглядит. Информация все про нее. У меня есть одна маленькая лампа с AliExpress. Она совсем прям была бюджетная. Я думаю, не дай бог с ней что случится, как я буду делать маникюр. Так, вот. Все, смотрите. Смотрите, какая малышка. Мне безумно нравится то, что можно от пауэрбэнка включить, да, и работать. Есть кнопочка на 60 секунд. Так, сейчас я ее открою, потом все вам покажу. Давайте дальше пока смотреть. Мне удобно, вы знаете, вот с ребенком, когда особенно, я с вот этой лампой малышкой, я включила ее в пауэрбэнк, сделала ноготочек, надо мне встать, что-то она у меня просит. У меня ноготочек в лампе, я держу так вместе с пауэрбэнком и могу ходить. Могу даже одновременно готовить еду и делать маникюр. Там намазала ноготочек, держишь одной рукой, второй там что-то еще можешь делать. Очень удобно, нет привязки к месту. Поэтому я такие лампы прямо сейчас полюбила. Так, это у нас тоже с вами Аравия Профессионал, тонизирующий гель для ног с эфирным маслом мята. Должен, по идее, снимать усталость. Хочу его потестировать. Сейчас очень много гуляем, очень много ходим. Кожу стоп и ног, массажное движение. Это все понятно. Так, сейчас состав найду. Составчик, вот он. На втором месте что у нас? Мята или ментол? Экстракт. В общем, я надеюсь, все хорошо будет охлаждать. Вот артикул тоже 40-48. Так, и дальше что у меня? Это Эвелин, девчонки. Это спрей для тела. Вообще очень бюджетный. Смотрите, тоже хорошо упаковали. Сейчас попробуем с вами сразу. Золотистый спрей шиммер для тела. Придает золотистый оттенок, не оставляет липкости пленки, подчеркивает загар, увлажняет, разглаживает, создает блеск. В общем, это прикольно. И написано, что его тоже можно применять как усилитель загара. Вот. Видите, как выглядит лампа. Сейчас вот буду маникюр делать, как раз ее попробую. Здесь кнопочка и здесь одна лампочка. Просто ставим ее куда угодно или, в принципе, вот как-то так держим. Можно вот так за ножки держать, пальчик подставить и тоже ходить там что-то делать. Ну, удобно, мне нравится. Вот разъем под USB. Так, и смотрите, какой внутри, сколько много блесток. Спрей сейчас попшипаю на руку, покажу. Вот это еще не распределяла. Кстати, пахнет обалденно. Он действительно такой золотистый и очень-очень много шиммера. Смотрите, какая красота. Вот так вот в платье, в юбочке, ножки попшикать. Да, вообще все тело. Очень вкусно пахнет. Какая-то прям такая дорогая парфюмерная душка. Прям очень вкусно. Вот я его распределила. Равномерное такое сияние, светоотражающие частички, да. Очень красиво выглядит кожа. Действительно придает легкий такой коричневый оттеночек, легенький прям. И вот такое сияние. Классная штучка. Сейчас на лето прям здорово. Так, смотрите, теперь тинт. Вот так он выглядит от Аравии. Вот такой вот здесь спонжичек. И у меня оттенок, девчонки, 0,7 лип тинт. Так, сейчас положу аккуратненько, покажу вам сводч. Вот, нанесла пока его. Так как это тинт, он, по идее, должен оставлять оттенок на губах. Сейчас пусть побудет пока на руке, потом сотрем и посмотрим. Вот так выглядит гель для ног. Он такой слегка коричневый. У него прям ментоловый аромат, прям достаточно сильно выраженный. Он не холодит уже руку. Сейчас попробую нанести на ногу, расскажу. Да, девчонки, очень здорово холодит. Прям такой холод по ногам пошел. Слушайте, счастье-то какое. Вообще классный. Вообще прям классный-классный. Так, и вот я открыла еще, девчонки, ух ты, маску. Вот она как выглядит, подтягивающая с коллагеном. Здесь прям огромный объем, 200 миллилитров. Она, кстати, тут еще у нас запечатанная. Да, запечатанная. И вот так она выглядит. Прям гель. Слушайте, прям такой плотненький гель. Я такие-то вещи люблю. А по аромату... О, еле уловимый какой-то такой
Цветочно-фруктовый, прям еле-еле уловимый, плотный прозрачный гель. А вот так выглядит интимочка. Она, кстати, с дозатором, что тоже безумно удобно. Прям вот эту бутылочку хочется оставить. У Аравии вообще такие лаконичные дизайны, очень симпатичные, которые смотрятся в интерьере. Сейчас попробуем на момент аромата. Так, прозрачная тоже, наверное, гелеобразная. Да, прозрачная. Ой, знаете, такая приятная душка чистоты. Чистоты и свежести. Прям вот очень приятная. Вот pH, кстати, я знаю, многим это важно. 4,2, 4,3. Смотрите. И охлаждающий эффект еще. Вау. Слушайте, ну по тинту на руке вот совсем легкий оттенок остался. Сейчас буду на губах пробовать. Сейчас прошлась прям мокрой тряпочкой. И видите, тени остались на месте. Тинт исчез. Прошлась прям сильно потерла. Давайте вместе попробуем на губы нанести. Что за оттеночек? Хоть посмотреть. Но вы на него особенно не ориентируйтесь, потому что у меня это тоже. А мне он губки выбеливает, кстати, да? Слегка. Нюдовый, красивый. Очень красивый нюдовый оттенок, девчонки. И я бы не сказала, что прям сильно много блеска лакового. Вот это я боялась. Прям смотрите, губки выравнивает. Легкий есть, кстати, вкус. Приятный. Можно, конечно, еще добавить. Но в целом, вот смотрите, он даже смотрится не как блеск. Да, его такого чрезмерного нет. Я думаю, сейчас, когда он на губах подвпитается, то все будет отлично. Очень классный нюдовый оттеночек. Мне нравится. Прям классный. Давно мне такие удачные оттенки не попадались. Мне кажется, брюнетка. Но блондинка, смотря, конечно, какой цветотип кожи, может и не очень подойти. Красиво. Классно. Теперь хочу покрасить брови. Смотрите, здесь в комплекте есть крышка, есть уже окислитель. По-моему, здесь девятка, если я не ошибаюсь, кладут. Процент не вижу, девчонки. Не написан, да, просто написано оксидант. И сама, собственно говоря, краска. Один к одному все кладем и вот этой палочкой размешиваем. Наносить мне ей неудобно. Я помню, просто у меня такие наборы были. Наношу я ватный ушной вот этой вот палочкой с ваткой, ей гораздо удобнее, потому что здесь подправить, если что, не получится. Она схватывается очень быстро. Я этой палочкой обычно размешиваю все, чуть-чуть совсем наливаем и красим. Сразу показываю вам эффект до. В принципе, все отлично, но почему-то вот мне захотелось подкрасить. То есть татуаж мой, вот он графитовый. Я хочу немножко в коричневый как бы уйти, да, и вот как бы до. Ржака, девчонки, не у меня ржака, а вот этого человека. Ну, у Ксюхи практически незаметные брови. Я домнимаю, все, когда у меня брови покрасить, это появится. Короче, мы ей намазёкли, у нее пока не почернело. А у меня уже так ярко. Ждем результат. Но держать, кстати, надо прилично. На минут 15 точно. Вот, собственно говоря, брови после покраски. Краска очень термоядерная. Я еще держала минут 20. Имейте это в виду. Там несколько есть оттенков. Вот мой коричневый, но он пока смотрится прям черным. Но хоть волоски прокрасил, он потихоньку будет смываться, конечно. Но действительно, видите, эффекта тоже. То есть, как вы нарисуете, так вашу кожу и окрасит. Краска очень классная вообще для бровей. Самая стойкая. Что еще хотела сказать. Попробовала спрей для волос Аравия. Тут кони маленькие пробегают. Вот сейчас уложилась феном. И что хочу сказать. Вот классно. Действительно, вот пока прям вот есть объем, они так классно укладываются, так лежат хорошо, хотя мыла голову вообще шампунем Ботаника. Вот, и прям вот, ну, есть объем. Завтра еще посмотрю. Вот, а покраски по брови, для бровей видите, да, это действительно эффект татуажа и очень такой яркий. По поводу тинта и теней. Вот тени у меня сейчас на верхнем веке, они практически незаметные. Вот практически незаметные. Показываю вам специально прям при искусственном освещении. Такой, знаете, слегка лиловый оттеночек, такой вот еле-еле, оно нормальное, веко не выбеливает, то есть все отлично. По тинту написала подробный пост в Дзене. Он невероятно крутецкий. Он сначала как блеск, то есть он поблескивает, проходит там, ну, где-то полчасика, может, что-то покушали, там еще сделали, он становится матовым, и он остается очень долго, этот оттенок, на губах практически весь день, ну, полдня точно, перекус выдерживает, там водички попили и так далее. То есть сам блеск пропадает, а оттеночек на губах вот этот есть. Он мне безумно нравится, это прям нюд такой нюдовый. Все плюсы, все преимущества, как тушевать и так далее, прям пост есть в Дзене, смотрите, читайте. Тени тоже классные, понравились, прям вот, ну, такой вот легкий, ненавязчивый оттеночек, прям классный.
По поводу интимки, девчонки, классная. Вот классная, суперская, мне все понравилось, ни раздражения, ничего. Как бы все комфортно, все суперски. Действительно, есть такой легкий охлаждающий эффект. Он абсолютно комфортный, он прям минутку где-то длится. Знаете, такое ощущение чистоты и свежести. Мне очень интимка понравилась, супер. Так, по маске для лица, девчонки, сделаю отдельный ролик в ванну Светланы по уходу, новинки ухода будем разбирать, и там будет эта маска, тогда с вами вместе попробуем и все расскажу. Гель для ног, кстати, тоже классный, усталость снимает, тоже потестировала, все супер, все отлично. Так, ну что, мои хорошие, на этом ролик буду заканчивать, надеюсь, вам было полезно и интересно, ссылочку и промокод на скидку 10%, как всегда, оставляю в инфобоксе, проходите, смотрите, всех люблю, целую, всем пока-пока.